дети от 7 лет до 11 должны получать в сутки 2350 килокалорий. А дети свыше 11 лет уже получают 2713 килокалорий в сутки. Сегодня мы убедились, что в столовой очень чисто, соблюдается весь санитарно-гигиенический режим. Каша сегодня была восхитительная, с курагой, со всеми вкусными ингредиентами, в принципе, как в детстве. Вот, а также бутерброды с колбасой вот, особенно понравились, и какао.